Папа здесь, он бреется обычно вот в этой бродобрейне. Ой. Happy. Вы еще попросите, чтобы вас немножко помассажировали, чуть-чуть помусюкали. Массаж. Шейвинг и массаж. Вот. Мама сыну скажет. Шейвинг и массаж. Конечно, серьезной бритвой. И все теперь, все в руках Шивы. Everything depends on Shiva. Я бы хотела, чтобы он еще подстригся чуть-чуть. Они стригут здесь? Стригут. Папа, какой красивый. Сколько стоит, Китна? 50? Да. 50. Ну, Виктора будет подороже, он же с массажем. Так он еще и обрыскивается. Ой. Прям помолодел. Как пишут на видосе, как смотреть всем. А Саша еще, видишь, помогает. Ассистент. Сейчас массаж буду делать. Он любит, когда ему массаж головы делают. Вот так вот руками стучат, массируют. А некоторые еще прищелкивают, и так громко получается, как будто мозги там звенят. Вот так. Это что, черные волосы от Саши были? О, не знаю. Он все вроде белый. Откуда этот мех, да? И он там сидел. Он там сидел. Наверное, от Рупака. А Рупак там сидел, но... Мы не трогали, у него на месте все весь. Он быстро свалил. Сейчас посмотрим, какие от Виктора будут. Это кто-то до Саши был, видать. Ой, еще какой-то пудрочка его. Аж пыль столбом. Виктор получает удовольствие. Посмотри, какой щетка его. Да-да. Одежный. Одежный, да? Нет, говорит, из конского волоса. Прелесть. Да ему так нравится, мне кажется. Конечно, приятно, я бы тоже посидела. А массаж? Вот. Да, вот там тебе еще. Ира, спросите, сколько? Китна. 70. Но это того стоит. $1. Даже меньше. Меньше 1 евроса. Да. Сколько у вас стоит вот это вот все удовольствие? У меня бесплатно. В Литуании. Я его стригу бесплатно, а вообще мужчине 15. Где-то 15 евро просто подстричься. Вот такие волосы, как у Виктора. А побриться еще? А бриться у нас как-то Опасочка не принято. Побриться. У нас не принято. А опасной даже бритвой? У меня есть своя, я могу. Золингер. Я умею. Сам их точу. Вот интересно просто, как я это сам их точу и сам ценовой бреюсь. Категории, если кто-то пойдет реально в Литве в парикмахерскую. Но у нас нет такого, чтобы вот бриться. Но стричь, мне такая 15 бритва, евро. Золингер, когда бреешь, она так звенит. Звук такой. У него простая. Но опасная, но простая. Она 80 да, дает. Доллара. Это 80, до еврасика. Потому что понравился, да? You like от этого. И первый раз. Ну что, все? Ага. Улыбается. Доволен. Хэппи. Yes. Very perfect. А наши идут? О, наши идут. Окей. Всем кричу, все взяли сумки? Никто ничего не забыл. И сама забыла, оказывается, сумку свою. Так, ну ладно. Мне можно. Я человек раненый слегка. Пошли. Чало, Main Road, пойдемте на главную дорогу. Мы вам покажем, где мы ели вечером гоби манчурин, самый вкусный в мире. No, we will show this place if they come next time. Чтобы все знали. Да. Если вы придете без нас или в другой раз, чтобы все знали, где это прекрасное кафе. Интересные, смотрите, да, у них двери напополам. Резные еще, видишь? И резные. В Португалии, Ира, точно так. И вот напополам, да? Да. И маленький такой гараж. Ай! Я... Папа, опять... О, мама! И в Гималаях много таких домов.
Балкон второго этажа выходит над первым этажом. Очень красивый стиль. Ой, ты боже мой. Ой, ты боже. Слабусик. В очередь? Давай, мой. Тоже есть спани. А, вот он что сказал. Вот набираю. А это есть вода с водой? Drinking water. Какой-то странный проулочек. Мы сейчас идем с Маришкой, рассуждаем. Мне иногда пишут, вот это ваш клон, это Маришкин клон. Когда нам создавать клоны? Мы вообще, мы или спим, или едим, или гуляем. Нам некогда вообще свое-то. Я уже 5 видео не могу посмотреть последних. Я не успеваю просто. Вот свою миссию выполнять некогда. Вот Пай Хотель. Вот здесь вкусненько. Если пройдешь сквозь вот этот вот кордон, я уже их боюсь. И здесь Гоби Манчурин по вечерам. Зубы чистим, руки моем. Это мороженое вкусное. Манго, да. Манго уже пахнет манго. Но я хочу... Сколько время? 12, да? 12, вот пора. Пора обедать. Очень вкусно. И всего 20 рублей. Вот оно как выглядит. И для вада. Ту вада. Вот это вада. А мы что заказали? И для вада. Вот эти вот шарики. Да. А это пышка. Она... Нет, это пышка, а это лепешка такая рисовая. Она безвкусная. Вот тут нам принесли, нам наоборот А вы просили это тоже, да? Мы просили, да? Да, вы же сказали, и для вады то же самое. А это самбар, супчик, а это чай. Сфотографируюсь, запомнить, говорить надо. На вашу камеру. 20 рублей. А это баттермилк, солененькая. Кто любит солененькое? Типа Айрана? Да, очень вкусная и дешевая. Сейчас я выпью. Чай. Так. Нам Саша рикшу обещал. Мы с Оксаночкой хотим доехать до того места, от которого мы стартовали. Metal Store. Что тут есть металлического? Продается. Там, кстати, сок хороший. Посмотрите, какая большая лавочка-то. Вот симпатичные штучки. Ваза для цветов. Ой, ваза для фруктов. 730 рупий стоит. Но цветы тоже можно. How much, папа? 150. 150 на двоих. You not pay? Mama, you will pay. I will pay, да. 150 на двоих. You explain him where is the place? I have key. А, на троих, да, 150? Ну и славненько. Попал денечку на лицо. Да. Люблю, трамвай куплю. Спасибо, папа. Смотри, какая позитивненькая. Итак, глобально с этой стороны.
да большая. И больше колес. Только на Махашиваратри. Да. Лава Гарден, выходим. Пожалуйста. Нам вокзал. Сейчас, I will give. Ну-ну-ну-ну. Чего ну-ну? Рупак будет за всех платить, его деньги у меня. А, ну я ему отдам не Рупаку. Не надо ничего отдавать. Нет, Рупак платит. Он нас катает, да, на карусели? Он нас танцует. Хорошо. Спасибо. Thank you, Рупак. Пошли. Пошли, Оксаночка. Тихонечко через эти ворота, безо всяких разных блогеров, смотрят, подглядывают, снимают. Опять, да, думаешь? Как мы вспорхнем. Вспорхнем, да? С раненой ногой. Намасте. Намасте. Аккуратно. Аккуратно? Мама, аккуратно. Аккуратно? А я не знаю, мы сейчас поели, мы влезем сейчас. Может, уже и не влезем. Я так привыкла масала-чай пить без сахара. И теперь вообще мне не зашло. Невкусно показалось. Как-то я пролезла. Слушай, ты прямо даже рюкзак не убирала. Да, и ты пролезла себе спокойненько. Идем. Потому что мы тройняшки. Потому что мы милашки, куклы не валяшки. Мы милашки, куклы не валяшки, куклы не валяшки, яркие рубашки. Рубок. Ну я наелась, мне весело. Ты говорит, я видел твой шортс видео, ты там со сковородкой с блинами танцевала. И тоже пела песню. Да, они потом в кафе это все вместе пересматривали. А-а-а! Это был хит сезона. Ясно. Это не просто блины, а блины с выносом. Цапельки ходят. Смотри, как много цапелек у нас на этой поляне. Вот, поле прошли, это очень близко. Вот ступеньки, и мы уже там у наших хозяев. Еще 10 метров, и мы уже у себя в хате. Да-да-да. То есть, если захочешь, например, купить арбуз, вчера Виктор куда-то в город за ним ходил, там, где мы сейчас ели. Какой шагратик? А арбуз здесь. Смотри, человечек. Секьюрити, да? Секьюрити. Ну, это чучело у нас, да, огородное называется? Да-да-да. Только они его что-то не одели, чтобы она там рубашка. Может, вечером он светиться, может, будет. Фо страшно, да, Лав? Да. Фо страшно. Whitebird. Whitebird. Иди, паровозик, Ромашка. Паровозик сломанный. Паровозик сломался, белочка сломалась. Колесико в сервис надо. Одно колесико капут. Я, наверное, пойду купаться и потом лежать колесиком. Тихо и час? Нет, лежать в горячем песке. Сломанным колесиком. Вот. Туда-сюда, туда-сюда. Мне бы тоже, знаешь, грудную клетку полежать бы. Ну и пошли. Вначале до того, как купаться, ой, полежим. Я помру от такой жары. Я да. Вот и все. Мы почти дома. Арахис не на деревьях. Арахис растет в земле. Как и батон этого басы. Сюда, сюда. Сюда. Туда, сюда. Налево. Left. Смотри, миксер. Ручной. Ручной миксер. Сколько надо силища иметь? Ага. Ого. Блендер. Блендер. Дома? Our garden.
Ну все, друзья, всем счастья, здоровья, добра и процветания. Это может еще рано. Ну, на эту серию. А потом еще увидимся. А на эту серию всем пока. А я очень много не снимала, у меня телефон перегрелся. Иди, остуди его. Положи и снимай свою комнату, да? Вот. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока, да? Пока. Пока-пока.